Салют всем! Сегодня мы откроем юбилейное переиздание альбома Division Bell группы Pink Floyd. Поехали! 14-й и до недавнего времени последний альбом группы Pink Floyd, Division Bell. На обложке у нас знаменитые гигантские говорящие головы Сторма Торгерсона, образующие вот такое вот третье лицо. Никакого фотошопа, все в натуральную величину, примерно в два этажа каждое. Очень информативный стикер, который говорит нам, что в этом году альбому Division Bell уже 25 лет. А это лимитированное издание, выполненное на двух тяжелых синих винилах. Выполнено все в разворотном конверте, с текстами песен внутри. Мастеринг с оригинальных пленок. Выполненный Джеймсом Гатри, Джоэлом Плантом и Дагом Саксом. Лейбл Pink Floyd Records, компания Warner Music. На обратной стороне у нас никакого трек-листа. Опять же, гигантские говорящие головы в натуральную величину. Студия Гипнозис. Давайте его распечатаем. Конверт у нас глянцевый. Смотрим, что внутри. На развороте у нас опять же эти говорящие головы. То перевернутые, то нет. Заглянем в каждое из отделений. В первом отделении у нас вот такой вот красивый внутренний конверт для пластинки. Опять же, повторяет обложку альбома. На обратной его стороне тексты песен первой пластинки, выходные данные альбома, состав группы. Взглянем на саму пластинку. Ух, вот такая вот красивая, полупрозрачная синяя пластинка, стороны А и Б, 33 оборота. Во втором отделении у нас также внутренний конверт из плотного картона, цветной, повторяет обложку. На обратной стороне тексты песен. Красивейшая 180-граммовая синяя пластинка, стороны С и Д, 33 оборота. Спасибо магазину Коллектомания за предоставленные пластинки. Спасибо вам за просмотр этого выпуска «Открывая винил». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь также на страницу ВКонтакте, ссылка в описании под видео. До следующего выпуска «Открывая винил». Arrivederci!